Декате, перехват мяча. Миханович, открывает Самай Махлангу. Миханович, передача на Шамше, сама Шамше, передача на Махлангу. И счет в нашей игре становится 3-0. Да, сработала тактика с Хададзе на второй тайм. Как я уже сказал, из этих контратак все-таки Юлак забит к мячу. Миханович отдал передачу на Самата Шамше. Самат Шамше вознаградил подключение Майя Махлангу, отдав передачу в свободную зону, где Майя Махлангу пустые ворота.